Это профессиональный квадрокоптер. На его подвеске можно разместить фотокамеру, спектрометр и другое оборудование, которое поможет обследовать труднодоступную местность. Это необходимо, например, газовым или нефтяным компаниям, чтобы контролировать состояние трубопроводов. Тому, как управлять этим дроном, обучают в одном из самарских колледжей, причем сейчас туда можно поступить на бюджетной основе. Об этом школьники смогли узнать в Доме культуры «Октябрь». Что мне еще нравится в этой специальности, она непременно связана с областью нефтяников и газовиков и других смежных с ними отраслями. Потому что квадрокоптеры сокращают в 3 раза время облета. Такие мероприятия помогают сориентироваться с профессией. Ты можешь узнать, что ты именно будешь там делать и как, получается у тебя или нет. На встрече своей площадки представили самарские вузы и другие учебные заведения, а также компании-работодатели. Гости – ученики 9-11 классов. Здесь каждый из них смог узнать, как поступить на ту или иную специальность и увидеть наглядно, что собой представляет та или иная профессия. Это наиболее актуальное мероприятие для группы старшеклассников. Сейчас важно определиться с выбором будущей профессии, с тем родом занятий, которым лежит душа, потому что ошибиться здесь нельзя. Да? Во многом эти мероприятия очень хороши тем, что много вузов представлено, много СУЗов представлено. У детей есть большой выбор в одном месте. Как говорят организаторы, формат шоу пробный. Если оно покажет свою эффективность, его возьмут на вооружение и будут использовать дальше. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.